Друзья, ну наконец-то мы дождались нашу ангору пушистую, мягкую, нежную. Сейчас мы вам будем показывать цвета, которые к нам приехали. Давайте смотреть. Так, вот такой красивый кэнди пинк, я бы сказала. У нас уже есть меринос в таком цвете. Посмотрите, какой у нее густой пушок. Какая она нежная, какая она невесомая. Приехала некоторых цветов по одной, какие-то по две бобиночки. Какие-то по три. Какие-то по три. Так, здесь у нас на 100 грамм 500 метров классический метраж для ангорочки. Показываем вам сейчас все цвета, и потом вы можете писать нам, какой цвет вам понравился и сколько грамм вам отмотать. Так, дальше. Все цвета невероятной красоты. Посмотрите, коралл какой красивый. Вообще просто. Вся ангора одинаковая по пушистости. Это у нас ангора 80. То есть здесь... пуха кроличного 80%. Конус показать. Конус показать. Конус покажем. Филком производитель. Да. Вот 80%. Ангора 80, ПА у нас 20. И метраж, смотрите. 2/9000. Это то есть 450 метров на 100 грамм. Так, дальше. Ой, какая красивая у нас. Фиалочка, да, такая нежная. Сиреневый такой цвет, припыленный сиреневый. Так, дальше идем. Так, бежевый красивый с капелькой розовиночки, да? Угу. Так, розовый какао, да, розовый какао, наверное, лавандовый какао, или розовый какао, да, у нас такой красивый. Так, дальше идем. Пепельный, жемчужный, серый. Вот как вот у Юли свитер сегодня показывали мы. Посмотрите, какой красивый оттенок серого. Вот. Видно? Угу. Красота какая. Так, дальше идем. Красивый, яркий. Очень красивый. Ой, светится прям цвет, да? А, так, он у нас называется бирюза. Такую, я бы сказала, какая-то мята, да? Угу. Очень яркая такая, красивая. Немножко тифани, да? Такой какой-то есть немножечко. Так, да. Дальше двигаемся. О, так это у нас цвет называется мента, ментоловый. Но мы его бы назвали, наверное, полынный, шалфейный. Он такой спокойный, не яркий, очень но красивый. Немножечко сочный, я бы сказала. Не, да? Передается, девчат, врет. Врет? Угу. В голубой оттенок уходит. Он на самом деле прям реально зелененький. Ага, да, такой прям зелененький. Угу. Ну, кстати, да, такая припыленная мята, да, наверное? Да, мента, листочек ментол. Мяты ага, прям да, 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 да. А да. Здесь он уходит чуть-чуть в голубиночку. Ага. Ну, вообще красиво. Очень. На сайте потом посмотрите. Ну, мы потом будем, еще да, попробуем. Да, будем стараться. Угу. Так, дальше хочу еще показать красок вам. Угу. Красивый цвет такой охра. Так, жестокий, как он у нас называется? Так, гиросола, гиросола, что это у нас? Надо попробовать. Да, надо посмотреть. Ну, в общем, называется, мы его называем охра, может быть, подсолнух, да, кстати, да, очень красиво похож. А вот, по-моему, гиросола есть подсолнух. Да, ну, похож, кстати, прям на подсолнух. Так, дальше идем. Не останавливаемся. Вот такая красота, красная, красный, рубиновый цвет называется. Так он, да, рубина тут называется, это спайки у нас, да, 450, что-то я вас обманула, 500 почему-то, да, это вот 450 у нас спайки. Ой, красиво, правда, очень сочный красивый. Такой, ага. И не такой неактивный, да, красный, какой-то такой очень... Но он глубокий цвет, спокойный, передается натурально, благородный, девчата. Да, такой, ага, очень красивый цвет, сдержанный такой красный. Глаза от него, в глазах не рябит. Не рябит, не рябит. Да. Так, потом у нас вот такой красивый, сочный, голубой, да, такое летнее безоблачное небо. Небесное, да. Угу. Что итальянцы пишут? Так, Sky, так и пишут, Sky, да. Не вру. А, нет, вру, Сиела. Это небо, да, надо. Сиела, да, очень красивый, чистый голубой. Угу. Без каких-то там отливов и других каких-то примесей цветов. Так, это у нас уже первый был. Так, вот этот мы не показывали? Показывали. Показывали, да? Угу. Это у нас беж. Да, беж. Так, дальше. А, вот этот мы не показывали. Красивый, посветлее, да, да, бежевый оттенок тоже. Очень красивый. Паста называется он у нас. Очень так оригинальное название такое. Да, 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 да. Наверное, тесто как раз... типа. Да? А мне кажется, в
вперемешку с каким-нибудь сырным соусом, да? Что-то такое. Очень классный цвет, да, очень красивый такой вообще. Нежный, да, нежный такой, ага. Так, дальше идем. Так, хочу еще вам показать голубой один. Вот, смотрите, какой красивый. Ой, нежный. Смотрите, какой он волосатый, девчата. Так, Pearl Blue называется, жемчужный голубой. Да, а я и хотела тебе сказать, что он жемчужный голубой. Ой, очень красивый такой, нежный оттеночек. Припыльный. Кто любит такие спокойные пастельные оттенки, вот, пожалуйста, для вас голубой. Так, дальше идем. Ой, возвращаемся к красочным цветам. Королевский синий. Королевский синий, да, Royal называется. Вообще просто какой-то сумасшедший, да, цвет. Очень прям красивый. Светится. Ага. У меня сердце забилось быстрее. Да? Это, причем он такой без каких-то сиреневых, лавандовых отливов, прям чистый синий цвет, да, красивый. Угу. Ой, тоже богатый пушочек такой видно тут прям сразу поверху. Ой, какой красивый. Ага, вообще прям хочется любоваться. Так, двигаемся дальше. Не менее прекрасный у нас Атлантический океан, да, по-моему? Атлантика, да, цвет называется. Тут есть капелька петрольного, зелененького, да, отлива. Океанического. Тоже, да, очень спокойный такой, но красивый, яркий цвет. Хорошо передается, девочки, цвет. У нас мохер как раз такой был, да, который полуторатысячный у нас для... Кого он был у нас мохер? Для Миссони. Для Миссони, да. Очень, очень похож цвет, вообще класс. Так, дальше. А дальше у нас пошла классика. У нас есть молочный и есть белый. Ох, волосушки. А, да, сразу наэлектризовались. Так, это у нас бьянка цвет. То есть он такой, ну, натуральный белый, да, я бы сказала. То есть он не выбеленный, не холодный белый, а такой вот натуральный белый. Пушистик такой. Так, и у нас есть еще. Так, вот он. Молочный цвет. Они очень близкие. Панна, манка, да? Угу. Очень близкие получаются. Я даже вот так вот сделаю. Поэтому не расстраивайтесь, если закончится белый, смело берите молочный. И наоборот, если закончится молочный, берите белый. Очень красивые два оттенка, чистые. Ну, вообще, все пушистые. Там у нас еще остался бежевенький, остался беленький у нас, вот. Вот оно, наше богатство, девочки. Посмотрите, какое. Какое богатство. Какие все красивые цвета. Вот, пишите смело. На сайте будет все сегодня. Пишите смело, какой вам оттенок нравится. Кому сильно надо, делайте скрин, отмечайте. Да, и бронируем, девочки, бронируем. И потом уже будем скидывать вам информацию по оплате. Тебе какой, Юль, нравится больше? Все. Все нравятся. А мне нравится вот этот коралловый. А зелененький твой любимый? Зеленый, да, тоже красивый. Вот он, представляешь, даже сейчас издалека неправильно передается. Ага, ну я надеюсь, да, на фотографии он передастся хорошо. Вот это необычный очень цвет, да? Пинки. Розовый он называется. Роуз. Роуз, да, а он прям как Кэнди Пинк наш перенос. Вот, девочки, поэтому ждем ваших заказиков на шапочки, на варежки, на плечевые, естественно, в одну нитку. Ну, а шапочки-варежки это в две ниточки вяжем мы.